Всем привет! Сегодня я отправляюсь в новый город Малайзии, называется Малака. Из Клиа-2 в этот город ходит автобус каждый час и стоимость его 24 рингита. Расстояние между Куала-Лумпуром и Малакой 148 километров по автодорогам. Ходит туда очень комфортабельный автобус, кстати, в котором кресло даже массажные, но об этом я узнал позже, так что воспользоваться ими не смог. Это мой отель, называется Coastal Park. С виду он, конечно же, не очень. Это всего-навсего двухзвездочный отель. Это его ресепшн. Держит этот отель китаец. И здесь есть такие вот красивые аквариумы. С огромными, просто огромными рыбами. Она, наверное, смотрит и думает, что ты от меня хочешь? Чувак, иди уже. А вот это за ресепшеном еще одно фойе, где можно покушать, поиграть детям. Массажное кресло и тоже есть 4 аквариума с рыбой. Это сом, не знаю с чем. Это так называемые золотые рыбки. Они у нас продаются повсеместно. Еще один аквариум с этими рыбками. И огромное чудище, синяя рыба. Тоже не знаю, как она называется. Мой номер находится на втором этаже. И хорошо, что туда ходит лифт. То есть по ступенькам подниматься не надо. Вот фойе. И сейчас посмотрим, как же выглядит мой номер. Кстати, под номером 200... Сейчас. Вот, это вход в мой номер. 223. Каюта 223. Почему каюта? Потому что здесь нет окон. Вот такой вот номер. Ну, все необходимое есть. Кровать есть, кондиционер есть, стол есть, телек не нужен, это понятно. Отдельная ванная есть. Ну, это сами видите, что душевая. Есть шкаф. Сейчас откроем, посмотрим, что там. Есть где ставить вещи или нет. К сожалению, полочек нет, это плохо. Да, и что еще здесь есть? Есть термос и даже есть телефон. Ну, а в начале я решил вас познакомить с природой Малаки. Не буду пока вам показывать ни город, ни ничего другого, кроме природы. Я сразу же скажу, что в плане природы здесь очень скудненько. Здесь нет таких парков, как в Куала-Лумпуре. Есть небольшие островки, оставленные еще людьми пока. И вот на них я и зависал. Это, кстати, бывшие кладбища. Оно принадлежало когда-то китайцам, но сейчас вот такой вот парк. Ну, если не смотреть на эти небольшие надгробия, то в принципе довольно-таки приемлемо. Красивые деревья, которые произрастают здесь. Тихо. Ну, оно и понятно, почему тихо. Это же бывшее кладбище. И, кстати, из этого кладбища очень хорошая смотровая площадочка. Там есть небольшая возвышенность, с которой вы можете посмотреть окружающие красоты. Погулять здесь есть где, территория большая, но вот спрятаться от жаркого солнца, к сожалению, негде. Тенистых аллей здесь не предусмотрено. Вот вам вид на город и видите, какая площадь этого бывшего кладбища. Кстати, это самая большая территория, еще оставленная под природой. Все остальные места очень и очень маленькие клочки. Все остальное застройки. Вот это возвышенность, и с нее частично видно город Малака. Он находится у Малакского пролива. Здесь течет река под таким же названием Малака.
И штат называется также Малака, так что все просто Малака и всем понятно. А вот там вдали виднеется огромная гора. Возможно, это бывший вулкан. Но я правда не знаю, далеко от нас. Так, а вот эти ступеньки ведут к очень интересному месту. Сейчас я вам покажу. Вот это место. Наверное, здесь когда-то находился парк миниатюр. Это просто обалденно. Такое все миниатюрное, красивенькое. Да, оно заброшенное, но тем не менее все равно выглядит очень прикольно. Здесь я немножко позависал. Они полностью повторяют. Это, скажем так, модельки того, что вы здесь можете увидеть воочию. В огромных размерах. А здесь оно как бы заброшено, но в то же время очень классно. Ну, это уже другая территория. Тоже небольшой парк, который мне удалось найти. Здесь произрастают просто огромные деревья с этими лианами вперемешку. Это тоже очень и очень красиво. Я вообще люблю очень тропические леса. И по приезду в каждый город, в каждый населенный пункт я ищу такие вот природные места. А это уже природа возле самого моря, Малакского залива. Здесь периодически затапливает, и поэтому природа не очень. А это стрекозы, здесь их просто огромное количество. Такие вот поля, если не знать, что находишься в Малаке, вполне себе находишься где-нибудь в полях Украины. Ничего, ничего абсолютно не показывает, что находишься в тропиках. Похожие деревья растут и у нас. А вот это уже окраина Малаки. Я пошел на окраину за моим номером. И вот тоже такие вот огромные территории, пока что незаселенные. А незаселенные они здесь потому, что здесь идут каналы, который периодически, наверное, затапливает. Это еще один клочок природы. И это тоже бывшее кладбище, наверное, китайцев. Видите, просматривается даже дорога. Оно буквально метров 5 шириной, не больше. Ну, а в длину где-то метров 20. Но все равно здесь очень красивые места есть. А это тоже клочок оставленной природы, находится на возвышенности, и здесь особенно классно, но зайти внутрь мне не удалось, так как настолько плотная растительность, что нет даже тропинок. Это обалденное место. Хотелось бы, конечно, побродить внутри, но входа я не нашел, к сожалению. Представляете? Если вы оказываетесь наедине в такой природе. Это просто непроходимые джунгли. Без мачете здесь, ну, не пролезть. А вот какое классное дерево. Оно как бы одето. Весь ствол находится в каких-то паразитах, которые также очень красивые и придают этому дереву сказку. Ну и вот финишная картинка, которую мне удалось найти на окраине Малаки. Короче, природа здесь очень скудна.